Друзья мои, в этом видео мы с вами отправляемся по мебельным магазинам. Мы с мужем сейчас находимся в поиске нового матраса. У нас супер проблема. Матрас, на котором мы спим, для меня слишком мягкий. У меня болит от него спина, болит позвоночник. И поэтому нам нужно прикупить что-то другое, что-то более устойчивое, что-то более упругое. Ну, чтобы он не терял форму под моим весом. Вот, и чтобы мне было на нем комфортно спать, чтобы моей спинкой была достаточная поддержка со всех сторон. В общем, мы будем ездить выбирать этот матрас. Я немножко сторис показывала, как мы выбирали. Вот решила собрать все эти записи в одно видео. Ну что, кому интересно, поехали. Нравится такой? Ребята, выбираем другой матрас. Мы покупали в этой фирме, не мы покупали, нам родители дарили матрас на свадьбу. Давай. Но он оказался слишком мягкий, и мне он не подошел. И сейчас мы в этой же фирме выбираем другой матрас. Вот этот вот, который сейчас пробует Розали, он самый мягкий, ой, самый твердый. Для меня самый классный вот этот вот был. Лучше всего понравился. Розали нравятся все. Зевс. Тут какие-то антибактериальные, супер классный, но мне понравился обычный классический, еще они помягче, ну как средние, да, потому что твердый не понравится моему мужу. Мне понравился твердый, но он не сможет на нем спать. Друзья, мы в магазине находимся, мы все в поисках матраса, уже объездили кучу магазинов. Сегодня в магазине Nova Red будем попробовать этот матрас. Хорошо. Сегодня вот такие матрасы пробовали. У меня болит спина, ребят, и выбор матраса — это прям такая, ну, прям настолько важный момент. Это прям мой больной мозоль. Тот матрас, который у нас есть, с системой Memory Form, боже мой, я уже от одного этого слова мне становится плохо. Тот матрас выбрал муж, и он слишком мягкий, и как бы мне совсем не подошел вообще. Поэтому меняем. Так, ну не будем ломать только так. Вставай, пойдем дальше. Нет, это как... Нормально? Это... Любишь такую кровать? Это мор... Это морбидиссимо. Это фата да молли. Фата да молли, да? Ва бейне. Покупаем, да? Смотрите, как оформлена стена. Стена над кроватью вот такими бабочками. Я хочу бабочки. Тебе нужны такие фарфалины, да? Да. Давай посмотрим. Бицотто. Спетто. Вот, одна ветка получается 99 евро. Такая металлическая веточка, на которую нанизаны металлические тоже бабочки. Ну, прикольно. Получается такая весна прям. Стильная весна. Стильное лето в вашей спальне. Квеста. Я хотела это шейлера. Уника проблема, Розалия. Одна только проблема, что у нас на втором этаже места не хватит. У нас детская комната очень маленькая. Я вам показывала давно уже детскую комнату, которую мы сделали для девчонок. И так вот не поместится кровати поперек, да, не поместится у нас. Вот такая комнатка детская, симпатичная. Пойдем дальше, Розалия. Адяму. Розалия, добья мандара аванти. Еще одна детская комната. Мам, я хочу потрогать. Розалия смотрит детские. Розалия, мы сегодня тут за матрасом вообще-то, маме. Ну, посмотри. А вот эта комната такая, которую мы купили девчонкам. Единственное, что у нас, получается, тут не облачко, по-другому оформлена верхняя кровать. И у нас не поместились ступеньки. Вот эти классные ступеньки. Ступеньки – это классная тема, потому что у меня такие были в детской комнате в Беларуси, в комнате у Вани и Жени.
И вот тоже так по ступенькам поднимался наверх ребенок. Вот эти вот с тумбочками. Очень прикольная вещь, потому что, да, помещалась куча игрушек и постельное белье. Классно вообще. Ну, вот у нас такая комната. Только еще плюс еще один шкафчик у нас есть. С такой, с шухлядками. Ну, вот такая комната плюс один шкафчик. И ручки у нас другие. Видите, тут сердечками. Женя уже, конечно, сердечками сейчас не захочет. У нее уже совсем другие желания. Ей уже не нравится эта комната. Она уже хочет что-то такое более современное, молодежное. Мама. Так, кресло Розалика еще одно нашла себе. Выбирает креслица. Я матрасик, а она креслица. Ну, тоже такое ничего кресло. Видите, деревянное дерево. Снизу, наверное, пластика. Мы вчера в Икее смотрели. Там одни пластиковые были. Нормально, да? Уи! Этот? Этот не раскладывается, это не знаю. Ну, станция ничего так, но диван... Я вот это попью. Давай, Альзи.
У нас, кажется, дождик собирается, поэтому мы убегаем из этого магазина. Хотя только дошли до моего любимого отдела с декорацией сразу. Смотрите, ой, какая привезки, шахматы. Интересно, из чего они? Пластик, небось. Не, звук такой, как будто по керамике стучишь. Слушайте, какая прелесть. Так прикольно. Шахматы. Цену не вижу, надо на сайте будет посмотреть, сколько такие шахматы стоят. Красота! Ой, какая интересная полка. Так, ладно, нам пора бежать в следующий магазин, успеть до ливня. Нас так заливает эти дни. Так что мы побежали дальше. А это уже магазин Предормира. Если честно, у меня уже от матрасов от этих мельтешит в глазах. Я уже не помню, с чего мы начинали, что мы пробовали. И я уже вообще ничего не понимаю. Единственное, что я поняла, что пружины как бы это для меня хорошо. И чем тверже матрас, тем мне удобнее моей спине. Вот, они тут разные, какие-то со съемным верхом. Видите, тут снимается вот так он на этом, на зип, как-то зип, на молнии, да, можно снять вверх, постирать. Вот, но этот, например, вариант, это без пружин такой вот, сплошная губка, да, мне, ну, не очень комфортно, и он под моим весом может потом прогнуться, и мне будет нехорошо. Я хочу с пружинками. Короче, мы сейчас опять в очередной магазин едем. Если честно, я уже... У меня уже голова кругом, я уже ничего не понимаю, что я хочу и что надо. Единственное, понимаю, что я хочу твердый матрас, чтобы мне было удобно спать. Это вот все современные материалы. Memory Form, натуральный, high-tech, airsoft. Ребят, я зашла здесь в магазин, называется Zoomiguana. Я наконец-то нашла улиток. Кстати, что это за рыбы такие странные, я не знаю. Оранда или орис, я не знаю. Так, улитки здесь какие-то крупные, мне надо помельче. Ой, здесь такие. А здесь вот другие улитки, какие-то они все крупные. И интересные разные улитки. Короче, я думаю, что обычных маленьких улиточек я, наверное, здесь найду. Ура! Ура, ура! Петушки, смотрите, какие. Красавчики. Петушки. Обожаю рыбок. У нас пока маленький аквариум, но я думаю, со временем мы немножечко расширимся. И здесь улитки тоже другие уже. Ой, тут и смотрите, креветочки есть, какая прелесть. Короче, и растения живые есть. В общем, все, что надо, есть в этом магазине. Zoomiguana. Zoomiguana называется. И тут креветочки черненькие. Класс. Маскировка 100%. Смотрите, прям сливается с фоном. Обалдеть, какие креветки интересные. Как нарисованные. А, тут какая-то акула плавает, слушайте. Трэш.
Я некоторых рыб вообще знать не знаю, кто это такие. Вот что это такое поплыло, серенькое, прозрачное. Не знаю. О. Улиточка. В общем, улиток у них здесь много разных. Много разных улиток, это здорово. Можно покупать. Класс. Тут, если не ошибаюсь, калярии, да? Сложные рыбки я заводила скалярий. Может, это и не скалярий, кстати. Что-то у нее нет усиков на плавниках. Не знаю. Не знаю, кто это такие. Напишите, кто знает. Ну вот скалярий я как-то заводила. В общем, не выжили у меня. Очень быстро. Очень быстро умерли. Сложные рыбки. Тут птичек тоже продают. Видите? Попугайчики. Попугай, попугай. Маленькие такие по 30. Вот такие большие, 60 и 80. И внизу тоже разные попугайчики. Или кто это, канарейки, попугайчики. Я не знаю, не разбираюсь в птичках, ребят. Но я бы попугая ни за что в жизни не стала заводить. У нас их хватает. На каждой сосне заводят себе домик и чирикают. В общем, ребят, что хочу сказать. Очень хороший магазин. Очень хорошие, у них много животных и все, что нужно для аквариумов, для самых разных животных, у них все в наличии имеется. Классный вообще магазинчик. Что он делает? Не знаю. Играет. Такие у них тут страшные животные, видите, какой-то это питон, наверное, да? А еще была акула, которая, пока мы смотрели на нее с Розалийкой, она съела рыбку. Это был такой кошмар. И здесь вот два красавца таких. Он хочет залезть в норку, в трубу всю бедняжку. И не помещается. Ай-яй-яй. А этот спит, наверное, Розалийка. Спит. Так, мы приехали еще в один магазин. Аутлет матрасов. Смотрим, и знаете что? Диспозитивы медики еще что были. Диспозитивы медичи. То есть не просто матрас, а матрас, который считается, идут как медицинское оборудование, что ли. Вот этот вот, например, тоже идет как медоборудование. И многие из тех матрасов, которые я смотрела уже ранее, они идут как медоборудование. Этот еще с Фодерабили, то есть с него можно снять чехол, постирать отдельно. Вот, ну, многие из тех, которые мы видели, тоже обладают такой функцией. Вот, сейчас посмотрим, что там по ценам. Потому что вот этот вот мне был достаточно комфортный матрас. Там на секции как-то поделено зона. И знаете что? И хорошая поддержка идет. Ну, то есть у меня живот, получается, не проваливается, как в нашем матрасе. Вот. Вот эти волны, они в разные части матраса поделены на секции и по-разному действуют. И, допустим, плечи проваливаются больше, живот проваливается, матрас меньше. Вот. И внутри моллинсакитаты, то есть пружины в чехлах. Вот. Так что мы пошли узнавать, что там по ценам с этим матрасом. Ребята, приехали мы домой. Привезли новых жителей. Смотрите, у меня три новые улитки. Вот одна, вон вторая, и там где-то еще спряталась, вон на фильтр сидит третья. Запустили их в аквариум сразу же, конечно, очень они нужны, потому что аквариум зацветает у меня. Видите, вода такая желтоватая, да? И неважно, как часто я меняю, но слишком часто менять нельзя, можно менять только там немножко воды раз в неделю и хорошую чистку устраивать раз в месяц. То есть ты не можешь каждый день менять рыбам воду. Поэтому я искала улиток. Я никак не могла найти улиток, потому что у нас в соседних магазинах, ну, нигде улиток не было. Вот, нашла сейчас в этом большом вот магазине, в котором мы заезжали, зоо, что это там было, зоо, му, вот это в этом магазине, и купила. Единственное, что я ожидала, что улитки, ну, как бы это такие маленькие, кругленькие, да, черненькие, которые покупала, ну, в России, в Беларуси у меня были.
но у них таких не было, и мне посоветовали вот этих вот больших, сказать, что они лучше всего подойдут для моих рыбок, да, для моего аквариума. Огромные такие улитки. Вот, привезла улиток, высыпала их. Так мои рыбки золотые прятались под кустом, сидели в уголочке, не выходили. Испугались новых жителей. Трусишки, выходите. Вот сейчас только потихоньку начинают плавать. Вот через 5 минут стали потихонечку выплывать на свет Божий. А то сидели под кустом и не выходили, трусишки. Главное, вместе сели там под одним кустом и сидели. Вот такие новости в моем аквариуме. Так что я надеюсь, что эти три улитки мне очень быстро тут все отфильтруют и почистят. И станет жизнь прекраснее моих рыбешек. А, я сейчас увидела, как красная рыба пыталась погрызть улитку. Ну что ты делаешь? Не ешь улитки. Они вам нужны. Улитки ваши друзья. Они порядок наведут. Друзья, спрашивали, чем закончились наши поиски матраса. Ну, остановились мы на компании Dore Lan. Сейчас мы его оформили, и через 2 недели он приедет к нам домой, наконец-то. Так что выбрали мы такой вариант, Rising называется. Цена его 1900, но здесь другой вариант лежит, но похож на этот. Этот двухсторонний, с одной стороны Memory Form, а с другой стороны Strato Dicotone, да, какой-то хлопковый слой. Я выбрала без Memory Form, с двух сторон хлопковый слой. Вариант называется Rising. Молень сакитаты, то есть это пружины в карманах, да. И сегодня была скидка, так что он нам обошелся не 1900, а чуть дешевле. Вот, так что через 2 недельки, ребята, у меня будет, наконец-то, новый матрас от фирмы Dore Lan. Вот такая вот, так вот закончилось наше страдание по матрасам. Там, кстати, по жесткости у них было всего 2 варианта. Жесткий и средняя жесткость, да, если у других компаний там было несколько вариантов, там 3 или 4 степени жесткости, то у Dore Lan было только 2 варианта, жесткий и менее жесткий, скажем так. То мы выбрали диспозитива медика, то есть чтобы этот матрас был медицинским устройством, по-моему, так называется. Они дороже, но это какая-то, какая-никакая гарантия качества, да, что он, по крайней мере, вам не нанесет вреда вашей больной спине. Это, во-первых. Во-вторых, тут такая действует какая-то программа, что потом можно будет получить некий налоговый вычет, по-моему, с этого, с диспозитива медика. Но я точно не знаю, в чем этим муж занимался. Ну, просто, если вы не знали, озвучу вам такой факт. Это видео я снимала осенью, сейчас уже зима, то есть я уже сплю на этом матрасе больше 2 месяцев, и я хочу вам сказать, что по сравнению с тем, что у нас был без пружин memory foam, а сейчас вот этот вот с пружинами в кармашках, да, и это совсем другая история. Для моей спины это гораздо-гораздо комфортнее, и я люблю этот матрас, он, ну, просто невозможно сравнить с этим memory foam, да, для больной спины. Memory foam для моей спины — это была смерть вообще. А то, что сейчас, это, конечно, наконец-то я могу нормально поспать. Каждая спина индивидуальна, и если у вас болит спина, это не значит, что она болит в том же месте и по тем же причинам, что у меня. То есть каждый матрас вы должны сами полежать и сами выбрать. У нас с мужем была проблема, что ему нравятся матрасы, ему более комфортны матрасы помягче, а мне нужен именно ровный. Я бы и на земле просто на ровном полу спала с большим комфортом, чем на предыдущем матрасе. Мне нужна была ровная, упругая поверхность. Вот. И мы с ним искали середину, да, то есть я бы взяла, если бы только для себя брала матрас, я бы взяла чуть-чуть пожестче. Ну, а может и нет. Вот, в принципе, прошло время, да, этот матрас уже показал, что он для меня достаточно комфортный. Ну, муж тоже смирился с таким вариантом, хотя он говорил, что ему очень нравился предыдущий, но в итоге я думаю, что мы пошли на компромисс, и мы выбрали идеальный вариант для нас. Для другой пары, для других людей, для тех, у кого какие-то сложности со спиной, для них может оказаться более комфортным другой вариант. Поэтому, если вы выбираете матрас, то, ребята, это такая большая работа, когда нужно везде поездить, нужно все посмотреть. И не столько посмотреть, сколько действительно лечь и попробовать, насколько вам комфортно на нем лежать. Вот. И выбрать такую модель, которая будет для вас идеальна. Ну вот как-то так. Вот такое у меня получилось видео с выбором матраса. Так вот мы с вами прокатились по мебельным магазинам. Надеюсь, что вам было интересно. Если это так, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И увидимся в следующем видео. Чао-чао, а тут и всем пока-пока.